После перапынку, выкликанного несприяльной эпидемичной ситуацией, на Гомельщине обновляются особистые приемы громадян керовниками региона. Сегодня с гомельчанами сустракался старшиня облвыканкама Геннадий Соловей. Место особистого приема керовника в области – постоянная деючая громадская приемная областной организации Белой Руси. Это традиционное место встреч с насельством, представников органов улады, громадских организаций и депутатов. Питание, с якими сегодня до Геннадия Соловья звертались гомельчане, нельга отнести до особистых. У приватности Виктор Шувалов пропоновал переглядеть методику разликов за подогрев воды. По его разликах, приборы улику, которые устанавливаются у жилых домах, не завсёды уличивают ее реальный расход. А прача того, Виктор Шувалов лечит необходимым выпрацовать механизмы стимулирования насельництва экономить теплоэнергию. Еще одно питание тычется проблемы, якая актуальная для многих территорий – ремонт дорог. На этот раз размова шла об амаль 3-километровом участку помеж агрохородком Тярешковичи и вёской Новые Тярешковичи Гомельского района. По словам Владимира Бартновского, зробленная подсыпка не отповедает правилам дорожной безопасности и створяет шмат проблем для автомобилистов. Питание берется на контроль. Отповедное доручение будет дадено предприемству Гомель Аблдарбуд. Идет к повреждению автомобилей, в частности резины. Где села нормально, а где крупным режет резину. Решить вопрос о достойном покрытии. Поэтому Кравченко поручили. В этом году мы немножко сигнование сократили. Почему? Потому что мы строим за счет денежных средств по Облдорстрою мост на Птич. Там очень серьезно. Это в Октябрьском районе, поэтому туда отвлекли деньги, чтобы в этом году людям очень далеко общаться и ходить.